сегодня в гостях удмурты и кумыки. Закир Абдуразаков, художественный руководитель школы лезгинки и ансамбля «Кавказ». Может быть, мастер-класс сегодня? И Рашия Магомедова, балетмейстер школы лезгинки «Кавказ». Ну, точно, будет мастер-класс. Я тоже Сатлан Аула, с Буйнакского района. Вот. Мы брат и сестра. Наше селение расположено в предгорье. Это 33 километра от столицы. Но мы славимся тем, что у нас раньше был поэт такой, Ичи-казак. Он родился у нас, ну, в нашем селении. Раньше наше селение называлось Сталин-Аул. Момент, когда то, что вот в селе родился поэт, это вообще жить для жителей, это как-то предмет гордости? Как-то вы хвастаетесь, да, перед соседями, да? У нас стоит памятник в честь него, Ичи-казака. Ага. Красивый памятник. Школа называется именем Ичи-казака. Хорошо. Гостям, конечно, это отдельное место занимает у нас на Кавказе, не говоря уже о кумыках. На Кавказе есть такое. А у кумыков, естественно, как говорят, первые три дня ты гость, а потом уже член семьи. Закир Абдуразаков и Рашия Магомедова. Вот сейчас будет кумыкский танец, да? Да. Да, кумыкский танец. Ну вот и посмотрим, какие кумыки танцоры. Волнуетесь, да? Вот это вдруг сейчас вот как-то вот... Или не волнуй, уверены в них, да? Все получится. Называется внутренняя рубаха, платье. Оно у женщин раньше больше одевалось дома. Ну, конечно, есть были выходные, но больше такая домашняя одежда получалась. А на выход, чтобы выйти уже после, надевался сверху кабала. То есть вот в таком платье просто нельзя выйти? Его надо еще сверху... Да. Это просто считается рубаха, это под, под кабалай. А вот этот уже сверху кафтан, он называется кабалай, и он... смотря от цвета, зависит, куда его именно нужно одеть. Вот, к примеру, белое, ну, естественно, это свадебное. А красное, к примеру, я вот слышала, что это именно
к достатку, от достатка. То есть это когда хочешь показать свое богатство, что да, мы тут не просто так. Вот это красные, яркие цвета. Женщины более старшего возраста, они одевали вот эти вот платья более темных тонов, ближе вот к серому, наверное, к коричневому. А вот молодые девушки, они больше красочные, отличие яркие. Девичьего и женского костюма. Вот они более яркие, более с золотом, с вышивкой, вот именно вот у девушек. А то есть семья как-то вкладывала? Это вот как, ну... Да, вообще считала, что это такое, такой большой вклад такой. То есть дорогая девушку надо, да, преподнести, чтобы она была красивая. Замуж то выйти надо. Согласен. Отличие у кумыков костюма, это, в первую очередь, цвет. Ага. Вот коричневый цвет, он и с давних времен шел у кумыков. Газыри. В этих газырях все по-разному говорят. Ну, говорят, раньше, там порох, да? Раньше, да, хранили порох. У нас сегодня в гостях были, кумыков представляли, Дагир Магомедов, председатель московской кумыкской организации «Кумуклар», Джамбул Канакбиев, менеджер московской организации «Кумуклар», Самира Бацеева, ученица 7 класса, Закир Абдуразаков, художественный руководитель школы лезгинки и ансамбля «Кавказ», и Рашия Магомедова, балетмейстер школы лезгинки «Кавказ». Что надо делать там? Давайте все. Спасибо большое за внимание. На этом мы прощаемся. Помидоров, Кристина. Вот, наконец-то начали танцевать.